Привет! И сегодня я хочу превратить обычную деревенскую деревню в что-то намного лучше. Короче говоря, улучшить деревню жителей. Но для того, чтобы улучшить деревню, надо сначала найти, точнее, ну, в моем случае, выбрать деревню. Просто у меня есть деревня в акациевом биоме. Пишите, туда куда-то я полетел. Вот, находится деревня. Только у меня очень сильно влагает. Вот деревня, там башня разбойников, а там наше поле пшеничное. Также у нас еще есть, господи, что с прорисовкой? Также у нас есть вот тут вот такая деревня. Вот, и мне захотелось улучшить, и я думаю начать бы с этой деревни. Я не хочу вторую делать, зачем начинать с этой? Вот. Вот эту всю деревню нам будет как-то перестроить ландшафт, срубить все деревья, убрать все дома и заново как бы на их месте построить другие, уже намного дома лучше. И все, конечно же, в одном стиле. Снова десятки часов работы заслуживают, надеюсь, твоего лайка на мое видео. Так что спускайся вниз обязательно. Что-то я уже не просил давно вас лунки ставить, пора бы уже попросить. Вот. А давайте сделаем вот эту деревню в этом видосе. В последующем видосе, может, и следующую деревню сделаем, не знаю. Конечно, если мне заняться чем-то другим, мне еще будет, как сейчас. Вот тогда сделаем. А там, может, уже что-то появится. Да. Уже представляю, как через пару дней я уже закончу этот проект. Ну, в реальной жизни. Хорошо, меньше говорим и поехали уже к делу. Ребята, я построил 4, мать его, дома. Я почти построил... Я уже полностью достроил 4 дома. Вот мне тут вот этого последнего осталось свет только сделать. И все. Я сделал эти 4 дома, которые у нас внизу будут находиться. Как бы половина почти сделана. Также я еще сделал... типа, где там у нас колокольчик висят. Как бы вот. Ой, там выглядит случайно. Вот, тут 2 маленьких домика у нас стоят. Тут у нас стоит такой большой домик, стоит, ну, именно длинный дом. Тут у нас стоит вот такой домик. Заходишь туда комнатка и вон туда комнатка. Длинненький домик. Они необычные, у них такие каменные крыши, тут все из разного состоит. Клумбы везде есть, вот. Нам надо сделать еще вот тут вот где-то еще домиков 5. Там 1, 2, 3, 4. Около 5 домиков нам еще наверху надо будет сделать. Осталась капля. И потом просто надо будет разровнять поверхность, сделать нормальные ровные тропинки. Им надо разровнять холмы ровненькие, сделать там освещение, другие дополнительные тропинки, там газончики, где животные будут. Ну, осталось не так много. Как кажется. А тем более мне еще будут помогать сейчас люди. Это очень хорошо. Ну а мы поехали дальше смотреть этот таймлапс. Новый день, новое приключение, и мы продолжаем строить нашу деревню. Основу мы уже сделали, нам осталось только сделать огромный забор по периметру. Еще одно хочу вам сказать благодарство.
спасибо, короче, за 500 подписчиков. Большое спасибо, это перешагнули новую грань, у нас уже 500 на момент съемки видеоролика, 510 человек. Спасибо большое. Сегодня прям только стукнуло 500 человек. Спасибо. Идем на 1000, ребят. Ну, а мы продолжаем строить нашу деревню. Как бы нам надо сделать огромный вот такой вот забор. Как, знаете, в крепости делают, и вот такой вот крепости забор. Там самок стоит, и вокруг крепость забор. Ну, там такой огромный сделать. Ну, для начала нам надо вообще выровнять территорию под него. Короче, все, меньше и болтаем, больше дела. Меньше слов, больше дела, как говорится. Все, поехали. Я сделала это очерчение вокруг деревни. Теперь по всей, как бы, вот это вот все территория деревни, вот, вот до вот этой каменной фигни. Ну, каменная фигня, ровненько такой квадратик. Жалко, на сервере почему-то прорисовка больше не хочет становиться. Вот. Я такой, вау, там огромный квадрат, но почему-то прорисовка больше не хочет становиться, но все равно же. Просто вот осталось на 20 блоков вверх поднять стены или на 10. Сейчас надо как раз вот решить. Как это будет выглядеть, если на блоков 10 раз, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Не, стены нормальные, высокие. По бокам вот квадратики будут 20. Получается 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это 20 блоков. Вот тут у нас будет. Раз, два, три, четыре. Думаю, что происходило дальше, объяснять не надо. Была скучная, долгая, нудная работа. Как я все ставил блоки. Строил эту огромную крепость, еще у которой и записался таймлапс. Супер, но самое главное, что получилось. Ну, мы это скоро увидим, так что чуть-чуть подождем. Я закончил это делать. Да ну, ура! Я закончил это делать. Закончил. Ой, господи. Я так устал. Я смог закончить. Все, я молодец, я сделал. Теперь видишь, вот такая прям... Офигеть, как это красиво. Как это красиво. Насчет забора нам еще надо сделать вход. Вход я хочу сделать огромную дверь, прямо сделать огромную дверь, ну, 3 на 3 блока постараться сделать, чтобы там ты нажимал на рычаг и заходил в эти ворота, как бы, вот это, хопа, 4, давайте так вот, хопа, 4, чтобы 3 блока у нас было, это вот так вот и вот так вот, нам тут нужно, чтобы было место, вот, 3 блока, давай так. Я сейчас беру все нужные нам материалы, еще в интернете как это построить, и строим. Дверь 3 на 3 блока. Я ее уже раз на 2 строил, и это будет третий раз. Как много троить-то? Короче, все, давайте, меньше слов, больше дела. Сейчас к вам вернусь, когда уже, получается, все, возьму все материалы и найду, как это делать. Я нам взял все нужные блоки. Вот тут вот все нам прекрасно нужное понадобящееся для вот этой огромной двери. Да, давайте пробовать что-то устраивать. Сначала давайте все мы... Подождите, сначала надо выложить все ненужное. А, еще рычаги забыл положить. Вот, еще рычаги. Магнитные блоки и так далее. Сейчас просто так все сюда складываем. Так. Ну, в принципе, первый слот быстрого доступа. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Все, отлично. Все нужное у нас имеется. Так, у нас 3 блока. А теперь 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 блоков. 2 платформы нужно. Так, на счет мы ставим наблюдатель. Подожди. Нам еще надо 3 блока вниз. Раз. Нам еще надо 3 блока вниз прокопать. 3 блока вниз. Вот, для начала вот так вот... А, нафиг я... Для начала ставим вот так вот наблюдатель. Ставим вот сюда вот так вот стол.
Теперь вот на этот наблюдатель, господи, как вот так, давайте еще раз раскопаем. На него сбоку вам понятно будет. Рано я спился, рано. Реально я медленно копать начал, ладно. Рано я начал спускаться, нам нужно тут раз, два, три. Вот так вот, такую штуку, если я не ошибаюсь, вот так вот, такой корочкой треугольником. Теперь нужно поставить наблюдатель. Вот что-то у нас там уже сдвинулось. Ах, сложно все выживание делать. Вот, смотри, вот так вот. Бам. Она работает так, еще раз. Ну ладно, пусть пока там будет. Давайте тогда заделаем тут всю эту дыру. Какая будет у нас деревня. Ой, это крутая деревня у нас тут будет. Вот, мы это все закрываем, чтобы не дай бог никто сюда не залез. Я сейчас быстренько вне записи доделаю вот вниз туда, чтобы это красиво смотрелось. Обязательно этот низ надо доделать под валы, потому что ну, по-уродски смотрится, вот просто висячая фигня вот такая. Вот, это мы тоже обязательно сейчас сделаю я. Сделаем внутри нормальный ландшафт, чтобы не было вот такого бамс. Хотя, ну, к чему мы уж подровняем его, хотя давайте таким уже оставим. Только уберем вот эту ледяную трассу. И мой столб. Вот, самое главное то, что ее нельзя будет открыть изнутри. Если ты закрыл ее снаружи, изнутри же никто ее не откроет. Вот, вот такая вот шайтан-машина у нас огромная получается. Пока что нам еще надо работать над ней. Понимаете, мне сейчас будет прям в рандоме всю вот эту башню, в рандоме поставить блоки разные там. Кирпича так далее, просто пройтись по ней. Либо в каких-то местах вот ее сделать разнообразие и заменить вот эти детальки. Так что, чё, я вас отключаю, включаюсь, когда уже эта крепость, можно, наверное, так даже выразиться, будет полностью готова. Давайте, кошечку пальцем. Вы готовы узреть то, что я переделывал 5 дней? Мотива, 5 дней я только занимался отделкой и тализированием нашей крепости. Готовы? Да, просто на посмотрите вот на это. Фу, сейчас, подождите. А, какая? Где мои элитры? Вот посмотрите, насколько крепость так преобразилась до и после. Я даже, кстати, вот эту вот нижнюю часть стену сделал. Только я не стал ее уже декорировать, то мне бы еще это заняло пару дней. Тут просто вся стена. Но я ее сделал только снаружи. Как бы внутри я не стал делать. Ну, я подумал, как-то это будет смотреться. Ну, снаружи она вся побитая такая. Ее кто-то бил, не бил. Вот, но я закончу. Офигеть, давайте откроем нашу прекрасную дверь. Бам, заходим. И вот наша деревня. Нам осталось только поработать со внутренней частью. Да, вот все внутри ландшафт более-менее нормальным сделать. Как бы там пляжи, озерца такие, доступ к ним нормальный. Давай так, по таймлапсу я сейчас красивенько все сделаю, и на этом уже будем заканчивать наш видос. Господи, заговариваюсь. Вот. Ну, поехали, в принципе. Над ландшафтом я чуть-чуть поработал, и как бы вышло более-менее нормально. Я как бы тут убрал вот эту палку,
из воды два блока, тут чуть-чуть подровнял горы, разровнял, вот тут убрал все лишником. Теперь у нас более-менее ровно поверхность, ну, конечно, я еще до конца и от этого всего камня избавился. Это как-то не очень смотрится, на поляне просто камень, как будто гора раньше стояла. Вот, так что это все надо подчищать. Мне сейчас пришла в голову еще одна идея, что можно добавить в этот город, хотел сказать, в эту деревню. И оно прям идеально сюда будет вписываться, и тут можно еще построить тоже кое-что необычненькое, которое мы уже строили. Ну, все это, конечно, будет в быстром таймлапсе, это я все детально не буду показывать, как строить. Мне кажется, вам не будет это интересно, как я от первого лица просто все строю. Будет намного интереснее, как от третьего лица все строится. Так что давайте-ка я вам расскажу, что я хочу сделать. Где-то вот на вот тут вот я хочу построить мельницу. Огромную такую высокую мельницу. А вот тут уже рядом с мельницей везде засадить пшеничное поле. Идея вроде прикольная, как раз вот такой дерев, тут пляжик, пшеничное поле, мельница. Будете смотреться очень классно. Я заговариваюсь, потому что я еще и болею. Так что давайте... Меньше разговоров, уже темнеет, а мы погнали дальше достраивать нашу деревню. Соседи, заткнитесь, типа. Я что понял? Я не в ту сторону этот долбанный пропеллер построил, вы понимаете? Не в ту сторону, я столько времени над пропеллером бил. Надо теперь его вот сюда перестраивать. Супер, вообще бомбалейло. Я уже не хочу это записывать, я просто сейчас ручку пальцу сделаю так, чтобы этот пропеллер оказался тут. Я переделал эту долбанную мельницу, вы понимаете? Мне, чтобы повернуть этот пропеллер, мне надо было переделать полностью пропеллер. Переделать полностью крышу, вход вообще вот сюда, вот чтобы такой... Выходишь из мельницы такой, ля-ля, и сразу купаться. Ой. Ну, это еще надо доработать. Ну, как бы вам туда забираться. Не знаю, внутренности я, наверное, делать не буду. Нафиг надо, нам еще поле огромное тут пшеничное делать. Как бы оно вот такое вот будет. На холмике можно еще построить какой-нибудь типа склад пшеницы. Вот тут можно еще все срубить. Вот. Так вот тут у меня как раз пшеница есть. Вот тут что-нибудь вот так вот расставим. Типа много пшеницы, тут вот эти сено хранится. Сенные блоки. Много сена тут хранится. Сделаем вид. Как бы что-то нам же тут надо такого интересненького сделать. Так, вот я и нашел идеальное место для этого блока. Так вот сделаем, вот так вот что-нибудь, калиточки поставим. Такая заборчик есть. Вот, что-то тут надо вот такого поднакидать люка каких-нибудь. Ну, просто вот для дизайна, как можно сказать.
Не-не, два люка вместе кидать не надо. Их вообще тут надо в большом промежутке. Между друг другом ставить и разговаривать научусь когда-нибудь. Так, моя мотыга в бой, осталось тут... Давайте сначала уберем все траву, потом тут везде разольем воду на плоской поверхности, и потом уже будем вспахивать это все. Это было слово, как называется. Тут многие жители фермерами будут, чтобы у них тут много всего было. Только надо еще откуда-то жителей притащить. Ну, это уже совсем другая история. Да. Ну, в принципе, давайте таймлапсик, как я все тут сажаю, поливаю, заливаю. И я за ведрами пошел. Я уже закончил опять делать вот это пшеничное поле. Опять, потому что я уже делал пшеничное поле, но это получилось прям красиво, прикольно. Блин, очень классно получилось, мне прям очень нравится. Курочка моя, которая ко мне привязалась. В принципе, можно уже сказать, что деревня закончена. Конечно, может, мы будем дорабатывать тут постройки какие-нибудь, тут постройки будут. Вот, но так-то основа готова. В следующих сериях, может, еще и доработаем. Так что... Спасибо тебе за просмотр данного видеоролика, потому что я на нем очень постарался. Даже просто в съемке просто. Я его снимал не одну неделю, как я уже ранее договорил. Я построил огромную крепость, и впервые вообще я имею дело вот с подобным проектом. Полное перестраивание деревни, ландшафта. В принципе, мы сделали очень много. Мы построили эту огромную деревню, мы сделали мельницу, мы сделали пшеничное поле, сделали огромную крепость и закончили это. Так что давайте на этой будке попрощаемся. Но с тобой был Флорд. Всем пока!